Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1310, тема «Христос есть Бог и человек». Любовь – это чувство свободных, а если тебе за реализацию дара, свободной воли, грозят или предупреждают мучительной смертью, то где эта свобода и как любить того, с большой буквы, который так жестко ставит вопрос? Зачем Бог создал землю, если Он знал о будущем грехопадении людей? Зачем Господь посадил в раю древо познания добра и зла? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть вопросы, касающиеся будущих судеб, или предузнания, известные только Богу. Для чего Бог сотворил Херувима, если Он знал, что тот будет сатаной? Но в этом-то и весь смысл истории, что Бог даровал свободу и показал, что вся доброта, вся благость находится в Нем. Как в капельке воды отражается солнце, так в каждой душе и в невидимых духов, в каждом духовном творении в его совести отражается самосущественная благость, сам Бог. Вот почему Иоанн Златоуст говорит, что человек несет ответственность за то, что умышленно, насилуя себя, бунтует против Бога, пытается не спровергнуть Богом установленный порядок и указывает как пример конкретно на любой грех. Совесть – это тот участок души, через который слышится голос Божий. Душа по природе христианка, не по сегодняшней природе, уже потемненной грехом, но по той райской, которую она утеряла. Бог как бы запрограммировал человека на добро при творении, на различение добра и зла. И ныне это выражается в том, что грех делать стыдно, а раскаиваться в нем радостно. А сатана перевернул этот порядок. Грех делать радостно и бесстыдно, и стыдно признаваться и исповедоваться. Святые отцы считают, что если бы Бог не насадил древо познания добра и зла, то Адам по любви к Богу и спросил бы себе что-то подобное этому древу, на чем он мог бы доказать Богу свою преданность и полную веру всему, что творит Бог, что говорит Бог. Апостол Павел отвечал на все вопросы, которые задавали ему верующие. Но есть один вопрос, на который он не только не отвечает, но как бы криком закрывает уста вопрошающего, говоря, как бы так. Зачем ты хочешь знать непостижимое? Кто ты такой? Ты всего лишь сосуд, горшок, кувшин. Замолчи и не спорь с владыкой. Послание к римлянам, 9 глава, 17 по 24 стихи. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя твое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Нужно уметь смирять свое любопытство, довериться своему Создателю, как доверяется дитя своей матери, хотя ему и очень хочется припасть к груди
скрытой от постороннего взгляда. Псалом 130, с 1 по 3 стихи. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». Не будьте надменным и благодарите Бога за все, что Он уже вам открыл. Книга Исаии, 42 глава, 20 стих. «Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал». Книга Сирахова, 3:23. «При многих занятиях твоих о лишнем не заботься, тебе открыто очень много из человеческого знания». 3 Ездры, 4, 2 и 34 стихи. «И сказал, сердце твое слишком далеко зашло в этом веке, что ты помышляешь постигнуть путь Всевышнего. Не спеши подниматься, отвечал он, выше Всевышнего, ибо напрасно спешишь быть выше его, слишком далеко заходишь». 3 Ездры, 5:33. «Говори, сказал я, господин мой, и он сказал мне, ты слишком далеко зашел пытливостью ума твоего об Израиле. Неужели ты больше любишь его, нежели тот, который сотворил его?» Если человек не доверяется Богу, дающему нам самое лучшее, и притом давшему нам разумение добра и зла при выборе, такому человеку кажется, что человек обладает свободой брошенного камня в полете. Книга Второзакония, 30 глава, 19 стих. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Книга Сирахова, 15 глава, 16 стих. «Он предложил тебе огонь и воду, на что хочешь, прострешь руку твою». «Чему молилась ты с любовью, что как святыню берегла, судьба людскому суесловию на поругание предала? Толпа вошла, толпа вломилась в святилище души твоей, и ты невольно устыдилась и тайн, и жертв, доступных ей. Ах, если бы живые крылья души, парящие над толпой, ее спасали от насилия бессмертной пошлости людской». 1852 год. Федор Иванович Тютчев. Годы жизни 1803-1873.